келесі жекпе-жегіміз 61 келі салмақ дәрежесінде. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Пятый поединок сегодняшнего вечера, и первым в октагон направляется боец из Кыргызстана Алмазбек Нодиров. 6 побед и 1 поражение у этого кыргызского файтера. 23 года этому спортсмену, его рост 165 сантиметров. Является уроженцем города Ош. Представляет клуб Аль-Мунар. Что же касается любительских регалий и достижений, является призером, неоднократным чемпионом Кыргызстана по боевому самбо. Қызыл бұрышында атыраулық жауынгер қарсаныңыздар. Олжас Молдағалиев. Следующим в октагон направляется Олжас Молдагалиев, 26 лет этому спортсмену, непобежденный пока что в профессионалах, с рекордом 1-0. Свой дебютный поединок Олжас провел на прошедшем ивенте Мергин Файтинг Чемпионшип под номером 3. Что же касается любительских регалий, то, конечно же, они впечатляют. Является неоднократным чемпионом Казахстана по смешанному боевому единоборству по ММА, чемпионом Азии по ММА, а также серебряным призером чемпионата мира по ММА по версии ИМАФ. Только лишь в прошлом году провел он свой дебютный поединок в профессионалах. Для этой весовой категории, конечно же, для возраста, наверное, слишком поздно перешел в профи, но тем не менее перешел. Был одним из, наверное, и по сей день является одним из самых многообещающих бойцов в любителях, а теперь уже в профессионалах. Поэтому особенно следите за Молдагалиевым Олжасом и за его дальнейшей карьерой в профессионалах, в профи. We'll be right back.
Ардактаган Хрматта, Ханамдар Мимар Залар, Эшраунтах Жикпижик, Кошаунгер Ментанстрога, Рухсадеринздер, Алдминин Алангнен Кокбрашндага Жаунгер, он инказит по рекордында, Алта Жингес, Бер Жингес, он инжаса Жирмаште, Боя Жиз Алпас без сантиметр, Альмунар Клубок Нангукле, Ошкаргастан Харсалангиздар, Алмасбек Начира! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында бір жеңіс. Оның жасы 26-да, оның бойы 172 сантиметр. Мерген Файт клубының өкілі Қазақстан және Азиядан ММА чемпионы. ММА-дан әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Қарсыларыңыздар, Олжас Молдагали! Рефери Асхат Шандостега. Алмазбек Надиров, Молдагалиев Олжас. Алпыспыр келі салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек. Екеуді өте тәжірбел. Біреуі кәсіпқой спортта, кәсіпқой ММА-де, біреуі керісінші әуесқой ММА-де. Да, все верно. Опыт, конечно же, огромный в любителях у Олжаса, но здесь может противопоставить опытом в профессионалах Алмазбек Надиров. Надиров. Такой вот размашистый удар. Оверхенд там бастаған екен. Олжаса лоу-кик прихватил. Потрясен! Надиров пытается удосрочить в партере своего оппонента. Олжас Молдагалиев. Удастся ли, самое главное. Біраз есенгіреті алды қарсыласын. Ал енді партерді қазір біраз байлап тастады қарсыласын. Алмазбек. Осы жерде уақыт созып қазір біраз есін жиып алса болды. Я думаю, что после пропущенного удара восстановился Надиров. Обрати внимание, что уже двигается так, как нужно двигаться, наверное, в партере. После пропущенного удара. Осындай эпизодтардан ақ байқауға болады, тәжірбелі спортшыны. Тәжірбесі білді. Армбар. Атаковал армбаром, да. Была. Угроза. Олжас дайын болып шықты бұған қазір партерде. Қысым көрсетуде және әзірше гардты тіпті айналып өтуге де асығар емес. Дәл осы жерден жатып ақ соққы жасау мақсаты және біртіндеп міне енді қазір позиция еншілеуге тырысатын болады. Не аяққа тұрады, не істейді екен Олжас. Выгодная позиция в любом случае, даже если будет оставаться здесь Молдагалиев в партере. Пока что нет, наверное, причин вставать. Өте жақсы. Қателік және қазір Олжас тіпті қарсыласының арқасына шығып кетті. Забрал спину. Полноценного бэкмаунда пока что нет, но тем не менее контроль спины есть. Сақ болу керек бұл жерде. Ережеге сай жасалды ма соққы. Кейін қайталап көретін боламыз. Мойынға салды қолды қылқындыру әдісі. Заправил бэкмаунд. Стоп! Берді! Закончил бой досрочно в первом раунде Олжас Молдагалиев. Очередная досрочная победа. Бұны де-класс деуге болады ма? Здесь не согласен Алмазбек Надиров с пропущенным ударом. И я видел, что и секундант также показывал рефери. Зима, аяқ па? Ногой, кажется, был удар. Со спины нанес. Бірақ зе болсын, аяқ болсын, торт аяқтап тұрған спортшыны ұрға болмайды ғой, бастан. Ну, здесь вот есть правило трех точек. Я не совсем, конечно же, специалист вот во всех этих моментах, связанных с запрещенными ударами. Но, тем не менее, если рефери не остановил, не вмешался, ничего не сказал, значит, все было в рамках правил. Я так считаю. Сонымен құрметті қанымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті рефери Шандос Тега бірінші раундтың екінші минуты мен 14-ші секундында тоқтатты. Қалқындыру әдісімен жеңіске жеткен Олжас Молдагалиев. Олжас Молдагалиевтің кәсіпқой ММА-дегі екінші жеңісі. Мирам болса, ММА мирам құтты болсын. ММА 4 турнирі.
Медет Хожахмет, Кюлькин Рахмет, Усней Жанша Саутхандана. О, безусловно, Кюлькин Мирам Букмет, Спорслаж. Женди Ми, Усней Жюльгин Ми, Мин, Узим Жике, Бабкир Ми, Рахмет Эйтмирет, Биргали Баужан, Кабдив, Манаптин, Агайларма. Женди Ми, Усней Жарста, Дендаланда, Маган Кумицкин, Достарма, Спарник Партнер Лерге, Чемпион Клубна, Куптин, Рахмет. Рахмет, Даланда. Для наших болельщиков и зрителей, кто смотрит и болеет за, болел точнее за Нодирова, бойцов, точнее болельщиков из Кыргызстана, только что, прямо сейчас, я уточнил у рефери, который был в октагоне по поводу запрещенного удара, все было в рамках правил, не коснулся руками канваса настила октагону, поэтому трех точек, четырех точек не было в этой моменте, все было в рамках правил. Ну, по крайней мере, такой вот ответ был рефери.